Александр у нас опять. Оп, есть. Есть контакт. Что, за рот нельзя забагрить? Нет, нельзя. За рот она клюет. Угу, всего доброго. Да, вот сейчас вот только что снимаю поимку. Сейчас с тобой разговариваю и снимаю поимку. Показываю никому, что она ед. Так что вот. Всего доброго. Видишь, какой садок? Полный надо обмануть. Есть домики. Оп. Вадим, на что взяла? А? Блесная. Железо. Какая бойкая. Не хотит. Есть. Есть, уже пятый у товарища, по-моему. Молодой тащит. Оп, есть. Есть. Резина цвет. Ага. Вот такая вот история. Желтая, бежево-розовая какая-то. Голицына фиш, друзья. Поимка. На что взяла? Резина цвет. Понятно, в шахту сожрала. Вот так, друзья. Станислав уже, по-моему, третью или четвертую. Какая у тебя? 4. У тебя 4. Так. 10 минут. Вот так вот, друзья. Конец уже. Вот очередная. И все тоже на резину, да? Да. Та же резина. Светло-зеленая. Лампа хорошая, маня. Очень охотная. Это не трупик, нет? Нет. Я думаю, похоже было на это, на вон Леспиновский издалека. Вот так, друзья. Вот Станислав уже вторую берет. Уже вторая. И вот тоже. С одного места, с одной точки. Три штуки. Вот так. На что взяла? Ну, у Стаса понятно. Резина? Бело-зеленая резина.